Привет всем, с вами Стэн Грунский, и вот уже третий день продолжается презентация конкурса «Miss Russian America» ребят и девушек, которые прилетели из Лос-Анджелеса в Майами. И сейчас мы находимся на лодке, сейчас в центре одного из Флоридских заливов. Со мной Геннадий Котлячук, который привез как раз девушек, красивых девушек к нам в Майами. И мы уже вот тусуемся, уже третий день. Вот, Геннадий, скажи, пожалуйста, как у тебя вот ощущения от Майами? То есть мы вот два дня назад встречались в эфире, то есть мы-то с тобой каждый день видимся, но вот встречались в эфире с тобой уже два дня назад. Скажи, вот вчера были на хорошей тусовке, сегодня мы на лодке, вот, вокруг нас очень много девушек красивых, вот, как тебе Майами? Майами замечательно, и благодаря моим друзьям, это и Стэну, это и Эдуарду Двору, благодаря которому мы сегодня катаемся на яхте, благодаря Саше, то есть, который нас привел на тусовку, то есть, и я, и конкурсы, конкурсантки, и вообще все. Мы очень довольны Майами, все очень красиво, все очень интересно, и я думаю, только благодаря друзьям и партнерам мы смогли оценить действительно Майами таким, какой он есть, а не просто посмотреть его фасад. Да. Скажи, ну какие планы? То есть этот конкурс когда состоится? Он состоится в феврале, я так понимаю, в Лос-Анджелесе, да, вот там кто-то будет из Майами участвовать? Да, конкурс состоится 25 февраля, он состоится в главном зале в Голливуде, вот этот Grand Center. Это место, где проводятся мероприятия с большим количеством звезд Голливуда, от такого уровня, как Мел Гибсон и другими. И поэтому добро пожаловать к нам в гости. У нас есть центр Майами, который находится в салоне Байханов на Сани Айленд. И на данный момент у нас есть несколько конкурсантов, которые участвуют в конкурсе, и они находятся в Майами, они проходят подготовку в Майами. Хорошо, Геннадий, спасибо. Ну, почаще приезжайте. Сейчас я хочу поговорить с нашим капитаном Эдуардом Девора, который является одним из информационных спонсоров этого конкурса. Эдуард, скажи, пожалуйста, мы знаем тебя, то есть у тебя тут машины и лодки, то есть народ уже путается, ты капитан или ты просто человек, который вездеход? Я капитан-любитель. Ребята, всем привет. Сегодня на моей лодке очень хорошая компания. Это ребята, мои друзья, Стэн, уже не будем перечислять, кто. Красивые девчонки, которые приехали на конкурс, которые уже занимали много разных первых мест в разных конкурсах, как я понимаю. Я небольшой специалист в этом. Ну, в общем, все здорово. Приезжайте к нам, всегда будем рады всех видеть, встретить, прокатить по красивым местам, продать вам машины, соответственно. Все благодаря этому человеку и нашим друзьям. Спасибо, Эдуард. Да, ну вы видите, это действительно красивое место на одном из Флоридских заливов. Я должен сказать, что во Флориде, то есть в выходные дни, это напоминает такие пробки на дорогах, такой трафик, как будто бы в Лос-Анджелесе в будние дни, потому что куча машин, как в Лос-Анджелесе, здесь куча лодок. Здесь вообще на одного человека, значит, на одного человека во Флориде, вернее, на 20 человек приходится одна лодка. То есть это на втором месте после Мичигана, Флорида, штат по количеству лодок на душу населения. Вот я сейчас хочу тоже передать слово на одному из наших тоже гостей. Александр Полин, многие его знают. Вчера он отмечал день рождения в ресторане «Вилла Азур». Очень весело. Я уходил в час ночи. Саша еще танцевал уже на столе. Саша, как вообще прошло день рождения? Как у тебя ощущения? Потому что в этом году ты совместил как раз с конкурсом «Miss Russian America» свой день рождения. Привезли девушек из Лос-Анджелеса. Да, я хочу сказать, это был вчера незабываемый вечер, потому что, ну, во-первых, благодаря «Miss Russian America» конкурсу Геннадию, Стану, Эдуарду Деволера. Вот, нереальное было мероприятие. Еще одно, ну, день рождения. Я поправлю тебя. День рождения свой отметил. Вот, классно. Но одно из, то, что еще и это было первое наше мероприятие большого такого уровня с февраля месяца. То есть собралось очень много народу, все как бы соблюдали дистанцию, все было безопасно и так далее. Вот, и, да, потому что многие писали, что за ковид-вечеринка, почему-то все без масок, да, то есть много хейтеров, конечно, многие люди. Я понимаю, что сейчас карантин, и многие люди озлоблены уже за полгода, конечно, то есть когда они видят красивых людей, когда видят какую-то красивую тусовку, они все, конечно, выплескивают свои эмоции. Но, ребята, не поддавайтесь панике, все равно, как бы, да, жизнь продолжается, да, надо соблюдать, конечно, меры безопасности, но давайте не сходить с ума, давайте не сходить с ума, все-таки, да, и все-таки, ну, как-то веселиться, иначе все мы уедем там, ну, в психушку, весь мир, понимаете?
понимаете? То есть, поэтому я понимаю, что можно, конечно, то критиковать и так далее, но меры безопасности соблюдаются, и поэтому действительно была классная тусовка. Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, спасибо всем, спасибо миссис Russian America, Геннадий, еще раз Эдуарду Деволга, девочкам всем самым красивым в Америке. Вот. И, ребята, приезжайте в Майами, приезжайте также на конкурс в Лос-Анджелес. 25 февраля будет нереальный конкурс. Я надеюсь вас там увидеть всех. До встречи. И Майами ждет вас тоже. Спасибо. Спасибо, Саша. Обязательно спасибо за твои тусовки. Все. Сейчас посмотрим. Вот смотрите, да, тут Геннадий как раз дает какие-то инструкции девушкам, как правильно купаться. Потому что на самом деле девушки действительно молодцы, они прилетели, они не отдыхали, они действительно вот с этими лентами просто уже третий день ходят по Майами, да, и очень много, конечно, внимания к этим красивым девушкам. Вот, и сейчас первый раз действительно они просто искупаются, мне кажется, да, вы? Да. Скажи, да, как вам Майами? Как вам Майами? Безумно нравится. Так, так, а что Майами нравится? Тепло, что нравится в Майами, да? Тепло, океан. Так. Девочки красивые, люди красивые. Я думал, ты сказала, парни красивые. Хорошие мужчины с яхтами. Машинами. Так, красивыми машинами, да. Брутальные мужчины, да, 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 да. Приезжайте. Все в Майами есть. Приезжайте к нам. Приезжайте на наш конкурс обязательно. Вы не пожалеете. Это будет лучший эксперимент. Это в феврале в Лос-Анджелесе, да? Да, в феврале, 25 февраля. Приезжайте к нам. Хорошо. Мы вас всех ждем. Спасибо. Так что. Вот тоже так, что такая ситуация. Вот вечер, воскресный вечер в Майами. Видите, какая красота. Сейчас заходит солнце. Просто нереальная красота. Я понимаю, что кто-то сейчас сидит где-то, ну, в каком-то холодном городе, да, где за окном идет дождь. Вот, ребята, не завидуйте. Вот, смотрите на красоту. Почаще улыбайтесь. Да, почаще улыбайтесь. И подписывайтесь на palubo.us. С вами был Стэн Грунский из Майами. Пока. Ну, понял. Вау!